Вы смотрите очередную серию проекта сайта ufa1.ru «Рахим ИТГС, Башкортостан, ГА». Добро пожаловать в Башкортостан. И цель нашего проекта заключается в том, чтобы показать уфимцам, а также гостям нашего региона красоту Башкортостана. И если вы смотрели наши предыдущие серии, вы знаете, что мы испытываем на себе все прелести отдыха в Башкортостане, а в конце каждой программы подводим финансовые итоги. И сегодня мы отправляемся на гору Шихан, а передвигаться мы будем исключительно на общественном транспорте. Автобус двигается в Оренбург, в другой субъект федерации, и необходимо иметь при себе паспорт. Если бы он двигался, а такие рейсы есть внутри Башкирии, то есть просто до Стерлитамака, цена бы была такая же, 300 рублей, но паспорт бы не потребовали. Места в автобусе, надо сказать, не самые лучшие. Если бы не планшет мегафона, я бы не знаю, что делал. Смотрю сериал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я спать буду, понятно. Хоть и неудобные кресла, и дорога дурацкая, блин. Террористическими операциями, знаете, да, подозрение вводится, зачем? Ну понятно, пришли, вот мы сейчас документы вам покажем. Вы поинтересовались, мы вам документы показали. Не просто так же, понимаете? Ну, понятно. Ну, пожалуйста, пожалуйста, мы можем сейчас личный досмотр провести, как без проблем. Убедитесь, что мы не террористы. Добро пожаловать в Башкортостан. Да. Стерлитамаке, и нам улыбнулась удача. Мы наткнулись на краеведческий музей, в котором можно посмотреть большую коллекцию камней, а также ознакомиться с историей этого славного города. Я слышу звуки аккордеона. Пойдем посмотрим. В этом году городу Стерлитамаку исполняется 250 лет. История его начиналась с соляной пристани, основанной здесь по проекту симбирского купца Саввы Тетюшева. Сюда из Илецкой защиты доставляли соль, здесь делали барки, и на этих барках отправляли соль в центральную часть России. Статус города соляная пристань получила в 1781 году, а в 1782 году у города появился собственный герб. Сейчас так любят слово бренд, вот своеобразным таким вот брендом Стерлитамака являются горы наши, замечательные Шиханы. Вот, вот пожалуй, благодаря, ну это чудо нерукотворное, необыкновенной красоты, уникальные горы эти Шиханы. Вот. А если в городе, то, конечно, пройтись, прогуляться по старому городу, по старым улицам. Здесь еще кое-что осталось. И обязательно прийти, конечно, в наш краеведческий музей, где мы обязательно расскажем об истории старого города. В краеведческом музее мы уже были, двигаемся на Шиханы! We'll be right back.
Наконец-то мы добрались до всемирно известных Шихан. Мы у подножья горы Куштау, что в переводе с башкирского означает «долгая гора». Поскольку проводников на базе не оказалось, мы решили подниматься вдвоем. И надо уже бежать, поскольку комары уже закусывают на них. Итак, мы на горе Куштау, и подъем в 374 метра мы преодолели за 25 минут. Из плюсов можно отметить возможность по пути наблюдать редкие виды растений, а также редких насекомых, которых в городе не встретишь. Из минусов отсутствие инфраструктуры как таковой. Хотя, Дим, я тебя перебью, для кого-то это плюс. Например, лично меня инфраструктура не устраивает на таких горах. Ну, возможность экстремально подняться на гору, ну, это для кого-то это удовольствие. А следующее место для посещения – это гора Таратау, которая находится за нашими спинами. И мы двигаемся туда. Ни разу еще не взбирался на эту гору. Вот подставить след решил это сделать. И решили мы это сделать напрямую! Будем знакомы, я воин Батыр. Тысячу лет назад здесь жил. Об этом гласит башкирский эпос. Таратау, моя неприступная крепость. Согласно легендам и писанию, народу, живущему в Башкортостане. Согласно даже последним опросам, чтобы снять уже все вопросы. Там, где есть мир, я за...